Мы давно на Кипре, но в марафоне участвуем первый раз. Вот благодаря Вестнику Кипра. Это какое-то грандиозное событие, совершенно шикарное. Ни разу у нас не было такого опыта, но мы планируем повторять. Хорошо были организованы тренировки, и если бы, ну, скажем, не было этих тренировок, я бы, наверное, не решилась бежать. Я не думала, что я смогу пробежать всю эту дистанцию, но благодаря тому, что ребята очень хорошо все организовали, я хочу сказать большое спасибо Вестнику Кипра и вот Михаилу Барсукову персонально, и Юлии. Да, Михаилу и Юлии. Они, в общем-то, нас воодушевили, и они нам дали такую уверенность, что мы сможем это сделать, и мы это сделали. И мы очень рады. Спасибо большое, ребята. Я записалась в команду, не пропускала тренировок, и они меня очень организовали и дали уверенность в том, что я смогу это сделать. И, в принципе, как бы я намеченную свою программу выполнила.